Смотрите, я закрыл ему вход. У тебя такие трусики. Закачаешься. Танника потестас экзерчизмиус. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Денис, канал «Охотник на ведьм». Сейчас я нахожусь в квартире своего подписчика. В общем, у него такая история. Со мной сидит рядом кукла. Это кукла подписчика, если что. Я надел на нее уже вот свои трусы, чтобы скрыть всю эту наготу. И, как вы видите, заклеил соски пластырем. Все это нужно для того, чтобы YouTube пропустил это видео, это некая цензура. Друзья, какой бы ни была смешной эта ситуация, в которую попал мой подписчик, его зовут Тимофей, к слову, но, конечно же, не Морозов. В общем, ситуация такая. К нему каждую ночь приходит сущность и использует вот эту вот куклу по назначению полностью. После последнего раза стал уже у него сходить воздух, то есть появились дырочки, которых до этого не было. Естественно, он уже не может постоянно покупать этих кукол, а дело в том, что он их очень часто меняет. Раз в месяц стабильно он покупает новую куклу, но тем не менее все это повторяется вновь и вновь. Старую куклу он выкидывает, покупает новую. Вот. Ну, человек не может, так скажем, найти спутника жизни и вот прибегнул вот к таким технологиям. Я его, в принципе, не осуждаю. Это его дело. Но смысл в том, что человеку не дают просто нормально жить. Потому что приходит вот это существо и использует его вещи, так скажем. Вот. Он написал мне в Телеграме. Эту переписку вы можете сейчас видеть на своих экранах, друзья. Денис, приветствую. Меня зовут Тимофей. Я, в общем-то, твой подписчик и хотел попросить у вас о помощи. В общем, у меня дома какая-то сущность завелась. Она приходит и каждый день трахает моих кукол. Я уже все перепробовал. Я их менял, заказывал новые, но ничего не помогает. Звучит странно, но это правда очень мешает мне жить. Я беру этих кукол чисто для себя, ради забавы. Но после того, что делает с ними эта сущность, трахая их и унижая, я не могу их больше использовать. Помогите мне, пожалуйста, прошу. Спасибо, Денис, что отозвались. Я очень надеюсь на вас. Запишите адрес, куда ехать. С Тимофеем мы будем на связи. В любом случае, я ему, если что, позвоню. А так, ключи от квартиры он мне свой дал. Я здесь некоторое время поживу, посмотрю, понаблюдаю, что будет происходить. Конечно же, я расставлю везде камеры. Я должен сначала понять, что за сущность вообще приходит. Потому что в моей практике, разумеется, такое происходит впервые. Чтобы сущность занималась вот такими вещами, такого раньше никогда не было. И, соответственно, методы, которые я сегодня буду применять, они будут очень сильно отличаться от стандартных методов, потому что мне нужно понять, что за существо, как с ним бороться, как его вывести отсюда, чтобы он прекратил этим заниматься. Ну а вас я попрошу, к
как всегда, об одном. Поставьте свой лайк этому видео, подпишитесь на канал и, конечно же, напишите свой одобряющий любой комментарий, какой хотите. Ну а мы начинаем. Так, друзья, я сейчас буду наблюдать за нашей Тамарой. Измерю, какие будут показания. Она как живая, вот так смотришь на нее, реально как живая. Давайте ее накроем, уложим спать. Все, никуда не ходи. Так. Только что немножко. Твою мать. Серьезно? Посмотрите, друзья. Я не ожидал, что будут сразу показания. Вот, видите, я же ее даже положил. Соседи еще не спят, сейчас только 9 вечера. Сюда камеру одну, за ней надо постоянно наблюдать. Этот Тимофей тот еще вовиуаз, конечно. По всей видимости, вот такую египетскую тему любит там, потому что Клеопатра здесь, фараоны, еще кто-то, фиг его знает. Так, туалет как туалет, ничего необычного. Квартира однокомнатная. Сейчас только прихожу в комнату, да, ее нет уже. Вот я бы офигел. Все, друзья. Я установил камеру. Пока что буду просто наблюдать. Я буду спать на этом диване. Тамара спит в своей кровати. Камеру оставлю на ночь, пусть пишет. Там уж посмотрим. Ночник я включил, чтобы было видно. В принципе, все, я буду отдыхать сейчас, пока ничего не происходит все равно.
Охренеть. Так, я думаю, камера это записала. Я сейчас посмотрю, что вообще здесь произошло, как это было. Друзья, значит, действительно все подтвердилось. Я в шоке, честно. Охренеть. И реально сейчас кто-то это самое. Я думаю, надо ставить ЭГФ. И следующую ночь я уже буду что-то делать, потому что сейчас я проспал все. Друзья, я созвонился с Тимофеем, сказал, что той ночью приходила сущность, и, в общем, все это повторилось, я это увидел все, посмотрел запись, как он снял с нее одеяло, потом трусы. Дырки оказалось еще больше на одну, то есть ее начало сдувать. Я ее уже всю заклеил. Тут сделал наподобие лифчика изолентой. Вот, посмотрите. Я закрыл ему вход. Я не знаю, теперь по идее он не должен туда попасть. Я ее снова надул вот этим вот насосом, который идет в комплекте. В общем, сегодня я буду лежать уже там, рядом с ней. Камеру, естественно, тоже поставлю. Пусть записывает. Ну и еще поставлю ЭГФ. Сейчас, собственно, мы попробуем выйти на контакт по ЭГФу. Потому что возможно, что он что-то нам поведает. Что ж, друзья, давайте попробуем начать сеанс ЭГФ. Я думаю, что должно получиться. Давайте начинать. Сущность, если ты здесь, дай мне какой-нибудь знак. Вступи со мной в контакт. Давайте посмотрим. МП. Будет ли изменяться как-то значение? Небольшие есть уже. Сущность из иного мира. Ты меня слышишь? Подай какой-нибудь знак. Ты здесь? У тебя есть другие куклы? Я хочу залезть в эту куклу и посмотреть в дырочку. Мне интересно, что там. Зачем ты делаешь эти вещи с куклой? Эта красотка моя, она сама меня просит об этом ночью. Она не твоя. Все куклы, которых надули воздухом, они мои. Если у тебя есть дома куклы, я скоро приду к тебе. Эти куклы не твои.
Ты не имеешь права делать то, что ты делаешь с ними. Я буду жарить этих милашек каждую ночь. Ведь их сделали специально для меня. А ты, если хочешь, купи себе таких же. И жари их, а эти девочки мои. Сегодня ночью я покажу тебе свою фирменную позу. Нет, я так не думаю. Я достану своего кракена и покажу его. Ты тоже посмотри, он красивый. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Ты ложись спать, все будет хорошо. Если ты сегодня опять будешь делать то же, что ты делал вчера, я за себя не отвечаю. Сегодня буду по-другому. Войду в нее как торнадо. Если сегодня появится еще одно отверстие в этой кукле, я сделаю отверстие в твоей заднице. Тебе понятно? Ты что хочешь сделать, дуршлаг? Из моей попки? А я тогда сделаю из нее отбивную. Ну что ж, я тебя предупредил, а дальше смотри сам. Друзья, я думаю, что это демон, скорее всего. Потому что только они настолько наглые и злые, это обязательно это демон, скорее всего. Конечно же, он не скажет, кто он есть на самом деле, но я практически уверен, что это демон, демоническая сущность. Я сегодня буду ложиться спать рядом с Тамарой. Если этот сукин сын сделает еще хотя бы одну дырку на ней, я буду действовать жестко. Так-с. Все, друзья, камера пишет. Свет я выключил. И включил ночное видение. Ложится спать с Тамарой. Так, ставлю ЭГФ. Вот он. На самую минимальную громкость, потому что иначе будет неудобно с ним спать. Все. Спокойной ночи, Тамарочка. Уж постарайся в этот раз не дать. Но я буду спать с одним открытым глазом, смотреть на меня. Фух. Так соскучился по твоей любви. У тебя такие трусики. Закачаешься. Блять. Он проснулся, пора валить к соседке. Да что, ну серьезно, опять что ли?
пишет. Снимаю камеру. На месте же. Он не прошел защиту. Так. Подожди. Блядь. Через черный ход зашел. Блядь. Еще и дырку сделал мне в трусах. Ну все. Друзья, я буду запускать тяжелую артиллерию за это. Сейчас я покажу вам свои методы борьбы с этим дерьмом. Ну что ж, друзья, давайте начинать. У меня тут темный козел. И светлый козел. Сейчас я подожду, пока сядет пена, и добавлю кое-что туда из своего репертуара. Ну что ж, давайте начинать. Я включаю ЭГФ. Слабительный я уже добавил. Оба напитка и смешал ее с виагрой. Это должна быть убойная комбинация. Сущность, выходи на связь. Я налил тебе пивка. Тебе понравится. И себе, и мне налил пиво. Я пиво люблю, но больше по водке. Нет, это все для тебя. Это темное и светлое пиво. Можешь пить сразу два. Давай тогда вместе пить. Ты какое будешь? Козел он хороший. По акции 1+1 сейчас идет. Да нет, я не хочу. Пей сразу два. Я не буду. Я отсюда попил. Что-то вот смотрю я на тебя. И рожа твоя хитрая такая. Это странно. Thank you.
Ладно, я возьму темного козла, чтобы ты убедился, что с ним все нормально. Оба пива у меня обычные, ничего такого там нету. Давай ты первый пей. Ну, будем. Будем. Смотри, как надо пить это дерьмо. Ты тоже давай пей. Кто быстрее, тот будет куклу брать. Да я пью, что ты не видишь, что ли? Я тоже пью. Вкусно. Да это вкусно очень. Я же говорю, вкусно, обычное пиво, ничего такого. По-дружески посидим, попьем. Фига себе, как ты его быстро выпил. Ты просто монстр. Меня уже восстаю. В этот раз очень быстро. Кажется, уже пошла пора жарить. Да, детка, как в молодости. По идее, с убийцами тоже должно подействовать было. Как же хорошо пошла. Хочешь тоже? Я все. Вернусь завтра. Блядь. Вот видите уже, как ее сдувает. Она же вообще не держится. Сейчас буду ее накачивать. Есть у меня одна идея. В мешок я ее положу. У меня есть спальный мешок. В машине валяется. Сейчас я могу сбегать до машины, принести его. Положу ее в мешок, закрою. Вот посмотрим, что он будет тогда делать. Как у меня будет тогда. Что ж, не знаю, что в таких ситуациях делать. Мешком. Сейчас точно уже ничего не должен сделать. Осталась только вот такая дырка. Уже максимально закрыл ее, как только мог. Я уже хочу спать. Сейчас я сюда воткну камеру. И надеюсь, что хотя бы на эту ночь посплю. А, все, буду ложиться. Ё-моё.
друзья. Эта дурацкая сущность, она, ее нельзя освободительная. Наоборот, он только еще более активный стал. Вот. С этим существом не получилось того же действия, как с призраком алкаша, который был. Хер с ним, ладно. Все, я буду спать. Расстегнул ее и притащил сюда. Шаба. Пиздец. Друзья, я думаю, вы по моему виду заметили, что я ни хера опять не выспался. Я даже не знаю, что с ней делать. Что с этим, с этой сущностью делать. Попробую завтра днем созвониться с одной знакомой ведьмы. Может быть, она что-то подскажет. Короче, созванивался с этой ведьмой. Ну что, во-первых, говорит, сделайте ее страшной. Ну, есть маска одна. Попробую напялить на нее маску. Может быть, после этого он перестанет ее, это самое. Вот, а я сейчас хочу ее послушать. Для того, чтобы понять, находится ли сейчас эта сущность в ней. Все чисто. У меня сейчас сущности нету. Тогда сразу один на нее вот это. Надеюсь, что после этого он перестанет заниматься этой херней, потому что он уже реально достал. Наконец-то Тимофей сможет нормально жить с этим. Твою мать.
Думаю, в самый раз. А уж со сдутой я ее уже не стал давать, ну и он нахуй. Так пусть остается. Все. Лежи, отдыхай. А я сегодня буду пытаться бдить. Друзья. Уже четвертая ночь. Занимаюсь уже этой херней. Спать уже хочу. Ой. Это если этот метод не поможет. Я, наверное, буду связываться с Ваоком. Посмотрим завтра. Те, кто смотрели предыдущее видео, они должны быть в курсе. По крайней мере, те, кто подписался на телеграм-канал, потому что там у меня выходило небольшое видео, в котором я записал ЭГФ с Ваоком и то, что на этих условиях, что я буду ему поставлять души, он оставит меня в покое и даже будет иногда помогать. Души, причем, могут быть сущности абсолютно разных. Так что я хотел бы вот эту сущность, которая приходит к кукле, ее как-то поймать в ловушку. Мне нужно сначала поговорить с Ваоком. Возможно, он даст какую-то подсказку. Постараюсь не спать. Сейчас пойду посмотрю. Кто там нахуй? Пошел отсюда, кыш отсюда. Жаба. Пошел отсюда. В общем, друзья, я буду сейчас связываться с Ваоком. Ваок, выйди на контакт. Нужна помощь. Я здесь. Что случилось? Мой дорогой. Есть одна сущность. Я не знаю, что с ней делать. В общем, она каждую ночь приходит к этой кукле и жарит ее. Не знаю, как ее поймать в ловушку, что мне вообще для этого делать.
Подскажи, очень нужна твоя помощь. Хорошая кукла, я бы тоже приложился с ней. Но не суть, защищу от тебя. Она примет его. А где нарисовать пентаграмму эту защитную? В том месте, где он залазит в нее. Что, прямо там, что ли? Нет. Но у себя на весу. Конечно, в том месте, я же сказал. Хорошо, хорошо, я рисую. Что дальше делать? Все. И потом сразу вызывай меня. Когда поймаешь его, дай его мне. Все, я понял. Эта душа будет твоя. Я поймаю его ловушку, и ты сможешь его забрать. Я голодный. Я хочу кушать. Что ж, друзья, я думаю, вы все слышали. Я буду рисовать очень сильную защитную пентаграмму на ней. Потом прочитаю заклинание. Когда он попадет в ловушку, мы сможем забрать его. Точнее, Ваук его заберет. Ну, а я надеюсь, что выполню работу. И подписчик сможет дальше покупать своих дурацких кукол. Все, друзья. Обратите внимание, я надел на ее голову камеру. Сейчас я ее включу, она тоже будет записывать. И вот пентаграмма. Получилось немножко, ну не знаю, похоже на лицо, но тем не менее, я посмотрел, как ее рисовать. Это именно та самая пентаграмма, которая должна служить ловушкой для демона. Все, сейчас осталось только окропить ее, побрызгать еще святой водой, почитать заклинание и дело в шляпе. Все, друзья, камера пишет. Теперь нужно окропить ее святой водой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так, ну и теперь прочитаем заклинание. Узри,
Христа, Сына Божьего. Узри Христа. Так, и вот что заклинание, друзья, звук я вырежу. Экзорцизме остеомни спиритус, томни сантаника потестас. Сантаника потестас экзорцизмиус. Сантаника потестас экзорцизмиус. Ну, утащил я. Сейчас я пойду посмотрю, что там. Вот он где. Уж на кухню увез. Сработало, друзья. Надо поставить EGF сейчас. Ставлю EGF, друзья. И поехали. Валок. Валок, приди срочно. Уже здесь. Все получилось. Тут демон пойман в ловушку. Ты можешь его забирать. Очень хорошо. Теперь он заперт в могущественной печати. Запечатан в ней. Я подожду. Хочу, чтобы он помучился в битве. Он не сможет выбраться оттуда. Он запечатан там навсегда. Отлично. Отлично. Значит, когда придет время, ты пожнешь его, да? Да, можешь допросить его. Я понял тебя. Что делать с куклой? Зачем мне ее забирать? Это темница ложь. Для падших сущностей. Хорошо. Хорошо. Я заберу ее. Обещай мне, что сохранишь
Этот артефакт. Есть гараж. Нарисую там еще одну защитную пентаграмму. И посажу ее туда. Там она точно не сможет выбраться. Теперь ступай и позаботься о ее сохранности. Все. Я выключаю тогда. Что, друзья, вы все слышали? Теперь этот демон заперт в темнице душ. За этой печатью в кукле. Выбраться он оттуда не сможет абсолютно никогда. Только если разрушит эту печать. Так что я сейчас буду звонить Тимофею, расскажу, что у меня все получилось. Ну что ж, друзья, а вы не забудьте подписаться на канал, поставить свой лайк и написать комментарий. Ну а мне нужно упаковать эту Тамару и собирать свои вещи, уезжать отсюда. Всем пока.